человек. Спасибо, Оскар. Ага. Я смотрю, вас здесь развлекали всякими детскими шалостями, но я здесь не для этого. Я пришел показать вам настоящую магию. Господин директор, я открыл путь к бесконечной жизни, вечному могуществу и абсолютной власти. Все это очень занимательно. Но вы же не собираетесь все это осуществлять. Вот Мороз показал нам сильнейшую магию. Волшебство, для которой накапливается целый год. А мне не нужно будет ждать год. То есть как? А вот так. Я создал кристалл, собрал его из осколков. Он как губка умеет впитывать в себя волшебную силу. Я зачаровал его древним проклятием Ауфератус. Асипер. Да стоп! Поэтому вы должны отдать кубок мне. Вы что, сошли с ума? Это самое опасное заклинание в мире, оно строжайше запрещено! Да-да. Откуда вы вообще про него узнали? Из книги тайн и заклинаний, которые вы почему-то пытались спрятать от нас. Школьникам запрещено читать эту книгу. Да я знаю, но я ее нашел. Я нашел это заклинание и зачаровал мой кристалл. Отдавайте кристалл, Казимир. Ваш конкурс окончен. Мой конкурс только начинается. Как говорит Оскар, шоу должно продолжаться. Или вы отдадите мне этот кубок и признаете меня лучшим волшебником, или я заберу вашу волшебную силу, а потом уже решу, что с вами делать. Их ты чего удумал? Вот только не надо нас запугивать, молодой человек. Мы не таких не дали. О нет, Оскар на это не соглашался. Кощей, остановись. Я отказываюсь от претензий на этот кубок. Бери, он теперь твой. Да не нужны мне твои подачки, жалкий неудачник. Я заберу у тебя волшебную силу. А потом заберу волшебную силу у каждого из вас. В моих руках будет абсолютная власть. Вот он, мой волшебный кристалл. С ним я сильнейший чародей на свете. Ауфератус! Со мной! Со мной!